Всем добрый день, с вами канал ДТВ, город Санкт-Петербург, 19 октября, и у нас первый снег. Оп. Привет, Доминик. Всем привет, вот наш первый снег, он только что пошел, мы проснулись и увидели. Сейчас мы уже на улице едем. Сейчас пока на улице сыпет прям большими хлопьями. Как всегда в Питере холодно, слякотно. Сейчас я быстренько покажу здесь тоже.